Ставь лайк за 3 секунды, если любишь поспать. Всем здарова, дорогие подписчики! С вами, как всегда, Димка и Юрка. Мы вернулись в GTA, приехали в деревню для того, чтобы найти крутые тачки. Мне здесь не нравится, всем привет. Я хочу домой в город. Короче, друзья, если вам нравится данная серия, а вообще офигенная наша любимая, самая крутая рубрика «Битва воров», то ставь, конечно же, лайк на этот ролик. А также не забывай подписываться на канал и нажимать на колокольчики. Должны стоять все уведомления, прости. Вот, и самое главное, ребята, суть-то проста. Мы должны украсть, я спрятался, крутые тачки, а после, ребята, увезти их и сюда привезти. Вот. Главное успеть за 5 минут, потому что после могут быть копы, и тогда будет максимально все сложно. На все про все. Я уже сказал 5 минут, поэтому поехали. Если вдруг не успеваешь, то как бы на свое усмотрение, под свою ответственность, как говорится. Так, знаешь что, я там что-то видел прикольненькое голубое, а тут что, у нас есть что-нибудь сразу к... Заезжаю. Ничего нету. Обидно. Понял, ладно, поехали дальше как бы. Поехали дальше. Вот тут я голубое что-то видел, и я так его заберу. Я поеду копам. Куда ты поедешь? Серьезно, копом? Я понял, так, а я пойди... Да. О, что-то вижу. Скоряшка? Йоу! Воу! Я через забыл. Йоу! Я нашел бриллиантовую Бентли! Летающую при этом. Бентли? Летающую, братишка. Да, бриллиантовую, здесь, летающую? В этом городе. Летающую, я тебе говорю, она, получается, стояла возле этой, как ее, там, как ее, блин, отеля, во, отеля, хотеля, мотеля, который, да, вот именно там она стояла, и там была, это Бентли. Нанюхался. Чего? Я тебе отвечаю, она летает. Я тебе отвечаю, я сейчас как бы возьму, что за тачки в этом городе? Что, блин? Они, походу, что, типа, тут гонки устраивают или что, типа, почему столько много крутых тачек здесь, это чит тачка? Ты серьезно? Да? Ты вообще Походи, замечательно, ты как бы. Да, тачечка есть я у меня. Местным копом сдам, понял меня? Так, вторая, отлично. Ты там что привез? А ты драгстер привез, слышь, Вась, как бы у тебя тоже все хорошо, что ты это? Что ты панику-то наводишь? Так, а есть ли что-нибудь здесь? Ну, может, что-то не оставили? Тут пусто. Я ты пока что-нибудь не оставил рад, где-нибудь? У меня машина соответствует. Опа! Хотя знаешь, что? Тебе соответствует району. Я не знаю, почему у меня такие тачки, но мне это нравится. А, там пусто, блин, обидно. Ладно, поехали тогда вот там. Что-то за поселочек есть, может, там что-нибудь интересненькое найдем. Поехали. Главное, ребята, это без паники. А возить все прикольненькие тачки и... Всем пока без не вижу паники. Ничего. Пока не вижу ничего, чем здесь там. Блин, ну там не видно ни хрена. Блядь, я что-то оранжевого я видел. Я загладил через всю. Что ты там загладил? Что? Я через как это сделал? Загладил. Загладил. А, понимаю, а ведь у нас же не гладят байки на этом файве. Так типа, кто тебе сказал? Вообще неплохо получилось. На 5M не гладят байки. Дядь, никогда в жизни не гладили. Я пролетел нормально. Но, может, максимально я пролетел, но прям странно. Гладил. Но, видимо, ты просто пролетел, потому что они не гладили. Это 100% говорю тебе. Так, я, получается, уже вторую, точнее третью тачку привез. Это как бы вот такой вот прикольненький фарм детский. Если работает Shift-S, возможно, и байки гладят, понял? Чего ты там нашел еще? Что нашел? Мне понравится. Необычную. Смотри. Ригеру? Именную. На номер смотри. А, сзади ты спереди не смотри. Это та самая, прикинь. Единственная ласточка а моя что самая. Что она тут делает? Не знаю. Но, а что она тут делает? Она возле тюряги, поэтому вопросы, да, действительно. Слышь! А ты или я сам не вызвал там, а? Чтобы тебе доставили ее сюда из твоего гаража. Да, ага, и типа угнал ее, да, и минную. Ага, что мне делать? Ты больной, как бы. Я не поверю никогда в жизни, чтобы ты нашел здесь именную тачку, которая у тебя в гараже стоит. Ты по-любому ее вызвал. У своих ребят. Я говорю, вот тут валялась. Ты серьезно говоришь? Мне не угоняли, но что? Подожди. Я вижу какой-то телепорт, какую-то непонятную дверь. Давай. Тихо сюда прыгнем, и... Так. Я, короче, попал, телепортировавшись в какую-то шахту. Что, блин? А, я что-то вижу бриллиантовое! Я пошутил. Про бывшего. Я вижу что-то еще и красное. Слышь, там, получается, дали. Ну, типа, камон. А как это сломать? Подожди, есть какие-нибудь... Та-та-ра-па-пам-пам-пам. А если на байке я не сломаю это? А может, в ящичке будет бомбочка? А ну-ка, давайте-ка посмотрим, ребята. Вот это видели! Офигенно! Так, чека, давайте как-нибудь вот... Беги, Форест, беги! Ё-моё! Какая чика? Ты что там делаешь вообще? Блястящая хрень! Я взорвал две тачки случайно! Так, стоп! Серьезно? Я взорвал и вторую тачку! Блин, чего?
И копы у меня еще на подходе. Блин, ладно, короче, знаешь что? Ладно, если я эти тачки взорвал, может там что-то вдали еще будет прикольненько. Давайте-ка, ребята, сбегаем, потому что мне как минимум нужен еще и фонарик при этом, да? Давайте-ка мы его... А, блин, как бы пройти-то тут? А, вроде все тут потухло, ребята, видите, тачка. Блин, обидно, почему она так близко взорвалась? Че там где? Я еще одну нашел. Так, а там есть что-нибудь еще? Нет, тут вроде бы уже больше ничего нету, пусто. Поэтому, ладно, как бы можно отсюда выехать? Пожалуйста. Има, я еще, кстати, не знаю, где я нахожусь, потому что это капец, как, видимо, далеко от того места. Какого хрена вообще телепортнул? Что за телепорт прикольный? Навигатор тебя не видит. То есть, слышишь? Фуфло в городе, это странно. Мне нужна помощь. Надо как-то ее вытащить отсюда. Она вроде бы, да, она чуть двигается. О чем ты? Я смог выехать, и это просто жесть. Чтобы ты понималась, так открыть карту. Их, я далеко нахожусь. Это просто жесть, ребята. Ладно, давайте-ка быстренько сейчас вернемся. Я думаю, что да, по времени... Вау, так я говорю, я телепортнулся через телепорт какой-то. Я по времени капец, наверное, сколько потеряю. Но хотя, с другой стороны, X очень быстрый. И он, ребята, бриллиантовый, тем более. Что у меня по тачкам? У меня по тачкам все хорошо. У меня типа там, не знаю, вроде бы три штуки должно быть. Да, это четвертая тачка, это X, кстати говоря, прикольненький. Но при этом, знаешь, мне надо такие еще тачки поискать. И я еще не был в тех районных местах. Поэтому давайте-ка туда и отправимся. Так, а ты сколько привез тачек? Ема, ты что, ты 5 получается? Нет, получается 5 же привез. Или нет? Раз. А, да, 6, нихера себе. Ты что-то прям люто, быстро, детско, работаешь, да? Да я тоже попробую притормозить. Да нет, блин, у меня было бы так-то 3 машины плюсом, а я просто взорвал 2. Ну, обидно так-то на самом деле. Очень обидно. Ладно, ребята, я просто не подрасчитал немножечко гранату, и я думаю, что, ну, ничего страшного. В любом случае, что-нибудь еще интересненькое, я думаю, сейчас найдем где-нибудь здесь, обнаружим. Так, это тот телепортик, это все понятно, приятно, неприятно. Опа! Нихера себе, что нашел. Я нашел шикарную тачку, но доеду я еще не скоро. Что ты там нашел? Родстер. Родстер? Нихера себе. Понял, принял. Я, короче, нашел Финерликан, который самый прикольный, очень быстрый, дерзкий, резкий. И, ребята, главное сейчас быстренько еще успеть за последней тачкой, потому что далее я уже точно ничего не успею забрать. Поэтому, да, друзья, я думаю, что еще одну мы точно успеем и заберем. А после уже, да, обидно будет. Так, ладно, тихо. Да ё-моё. Понял, принял. Так, давайте-ка быстренько сядем тогда в байк и погнали, ребята, погнали. Так. Едем. Быстренько. Ты сколько ты уже тачек пригнал? Сколько ты тачек уже пригнал? У меня уже 7, но последнюю пока 7? Не видел. Ты за последний, да? Ну я 2, получается, взорвал, что обидно-то становится. Но я думаю, что есть гаражик один прикольненький, который я знаю вот в этом месте. Там есть что? Там я байк забрал, да, там ничего нету тут, получается... Ну, на всякий пожарный проедемся, да, чтобы уж точно знать. О, я тебя нашел. Да, тут тоже ничего нету. Забирай. Тут тоже ничего нету, там вряд ли что-то будет, а тут есть гаражики. О, мужик, здорово, я, получается, это, представляю компанию. Удар по морде. Да, отлично, а можно быстренько открыть? Открывайся. Есть что? О, есть! Есть! Это лола, братишка! Вторая летающая тачка. В шахте-то, получается, же тоже была еще одна лола. То есть, получается, если так посчитать, это 3 летающих тачки я мог сегодня угнать. Но, по факту, у меня только 2, как бы. Ну, неплохо, в любом случае, неплохо. 6 тачек очень прикольненьких у нас есть. Обидно, конечно, что граната зацепила и, соответственно, волную 2 тачки, которые были там. Что там у тебя? Что ты там вообще гоняешь? Откуда ты гоняешь? В радиусе, наверное, не знаю. Ты что-то на чем-то белом едешь, я вижу. А, это драгстер, который новый, видимо, в этом районе, да. А, оставляю тогда ее, получается, вот здесь. И по факту у меня есть так посмотреть. 1, 2, 3, 4, 5, 6 прикольненьких автомобилей. У тебя получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тачек тоже, в принципе, прикольненьких есть. При этом еще и Регера то самое. Да перестань ты уже, ёп-моё. Ребят, пишите в комментариях, кто зарабатывает балл за стоимость, потому что у меня есть дорогой Ликан и также Лола. А мы отправляемся на наше первое испытание. Поехали. Давай. Ребята, наше первое испытание, это получается смертельные шашки. Твоя волына меня не напугает, поэтому 1, 2, 3, поехали. Вот это тоже не напугает. Ой, дурак, там же сейчас все полыхнет. Ну, я слышал. А что так не взорвалось? Да, что такое? Не знаю, я, кстати, еще я притормозил посмотреть, что будет. Аккуратно, ребята, в любом случае, главное сейчас как бы победить, потому что Регера это вообще пушечка. Ема скорости, ема маленькая скорости. Как бы. Не, да, ну именно моя мимо ласточка, сделать. Она не подделочка. Не подделочка, хочешь сказать? Дает жару. А? Жару? Не подделочка. Жару петушари. Жару петушари, ну такое. Да капец, я ударился. Понял, принял. Серьезно? Да. Надо, братишка. Что значит надо? Надо убраться.
Слушай, а я еду вообще козырно, хотя на Ригере последний раз ездил, не знаю когда. Серьезно. Давай. Главное, чтобы ты сейчас вылетел, и как бы тогда будет вообще больше шансов у меня. Куда я вылетел? Серьезно, вообще нету. Вообще слово совсем ноль. Вообще нету. Капец. Ну у меня столько ботов было, просто постоянно как бы. Вот сейчас, да, они пропали, уже появились. У меня незаконченное дело здесь, секунду. Серьезно, хочешь взорвать эту заправку? Дурак, что ли? А, во. И то не все взорвались, видишь, как бы? Да, бред какой-то, реально. Что обычно все взрывается. Обидно, ребята, однако обидно то, что как бы Ригера-то могла проиграть, но вы сами хороша. Понимаете, это очень быстро. А мы идем тогда на второе наше испытание. Ребята, мы готовы для прохождения следующего испытания дерби. Поехали! Ты взял этот? Драгстер? Да, страх. Летящий в ночи, ёб твою мать. Ты выжил? А, нет, я понял, вообще бесконтактная борьба, как минимум. Мне просто интересно, даже давай-ка, поехали, притормози тебя. Ты давай, как бы, да, можешь разгоняться, я попробую тебя поймать. Потому что мне просто интересно... Нихера себе ты меня как бы бахнул. Да, понял, поехали дальше. 1-1. Я, конечно, ну, не рассчитывал на такое. Мне главное не останавливаться, вот это я знаю, инфосотка. Потому что он тебя кочегарит просто, ну, очень долго. Это вообще жесть. Так. Не сюда. Сюда иди. Сюда подошел, говорю. Бля, пернатый. Красиво. Ты выжил? Ну ненадолго. Да. Чего? Я взял охеренный икс, чтобы ты понимал. А ты вылетишь сегодня? У меня проблема, да, с до свидания. Понял? То есть мало того, что он едет, он еще не управляется. Понимаешь, да. Я просто взял охереннейший икс, который я взял, нашел точнее в шахте, ну типа, камон, в смысле, блин. Окей, но, ладно, мы зато, в принципе, да, заработали балл. Второй раз. И поехали тогда на следующее испытание. Поехали. Ребята, мы готовы для прохождения следующего испытания. Это спринт-гоночка. Ехать нам практически 7 километров, 1-3, поехали. Эй, стоять, ты куда, по чё дороге это? Лети? Потому что на виноград заезд, то, блин, я не знаю, я там никогда первый не приеду с тем заездом. Ты думаешь? Да, конечно. Суть-то не в этом. Если не над дорогой будешь лететь. Так. Суть в том, что как бы выиграть надо. Вау, офигенно пролетел. Ну тут напрямую ты, конечно, возьмешь, да, жару. Я во что врезался? Ты чё такой быстрый? Так ускоряшка есть у меня. Прости! Попал. Придурочный. Останавливайся. Она сломалась и пингуется, просто понимаю. Блять. Нахуй так делать. Поехали. Все, готово, поехали, братишка. А не переживай, ты, ну подумаешь, взорвал как бы. Подумаешь, взорвал бы, ну чё ж страшного не произошло, как бы. Так ты меня взорвал, ёпта. По деревьям, как бы, вообще ничего не чувствую, пролетаю. Так, ну это же весело, зато прикольно, знаешь, как бы, зато поджарил, как говорится, пернатого. Да я вижу. Прикинь, вообще имба, блю. А, я врелся в дерево, нихера себе, оно осязаемое стало. Я еду не хуже чита, чтоб ты понимал. Че ты делаешь? Понял. Совсем взорвался? Ну, взорвать хотел. Тебя. Давай. Да капец, у меня вообще повороты жесткие. То есть, чтобы ты понимал, ускоряшку нажимаю, сразу 300+, просто лечу без проблем. Серьезно? Охренеть. Шикарный болид, это серьезно, он нахер, идеальный. 300+. Ты понял? Он управляется просто шикарно. Ускоряшку. Какой нахер 300+? Не, он 300+ есть. Я, конечно, понимаю, надо было брать финир, который у меня тоже где-то по 400 должен ехать, ну типа камон. Да, финир у тебя быстрый. Да, я понимаю, что это вообще это неплохо. Имбище, однако. Я просто Ригеры прям вдохновленный такой, но это прям сильно. Ну, радует то, что я вообще ни во что не врезаюсь и как бы повороты не чувствую. Ну, типа, ты вот напрямую меня сделал. Да, то есть он прям ускоряется. Да разгоняйся ты быстрее. Так, у меня еще ускоряшка есть. Она и ма скорость набирает. Слушай, вообще, вот ты сейчас прокатись вот ради интереса, вот просто по серпантину, ребята, да покажи, его. Вообще шикарный болид. Да я знаю, серьезно? Да давай. Ты. А я первый раз на нем. Ну да, я на нем проедусь, да, как бы, да, я проедусь. Блин, да, ребята, понимаю. Идеально. Дай мне высяду. Дай сяду, я покажу ребятам, получается. Я добавлю сначала. Давай, да, для начала. Вот так вот. Окей, ребята, смотрите, получается. Идеально. Я знаю то, что он классный, да, но я на нем, наверное, не катался, я его просто не угонял. Ема. Ну просто, знаешь, он даже оттормаживается, чуть-чуть оттормозился, поехал, идеально просто. Он... Понимаешь, насколько хорошо?
Он вообще не чувствует эти повороты. Не просто так, он просто шикарен. Да, ребята, поэтому если бы ты взял какую-то другую тачку, мне кажется, шансов против как бы Лола у тебя бы точно не было. А пока что 2-1, ребята. И мы отправляемся тогда на прохождение следующего испытания. Да я вижу по 300 или тупо... Вообще шикарная тачка. Тупо летает по 300, да, поехали. Ребята, наше следующее испытание — это пострелушки. И мы как бы готовы. И здесь задача выжить как можно дольше. Поэтому давай, я желаю тебе удачи. Блин, я только сейчас понял, что сегодня 02.02.2022. 02.02.2022, прикольно, однако, да. Не спорю. Все колеса, наверное, расхерачил. По времени еще, знаешь, что будет прикольно? 22.22. Ой-ой. Что с тобой не так? Он ужасный. Да успокойся ты уже. Что с ним не так? А? Да взорвись ты уже. У меня еще стреляет почему-то не сразу. А, я потек. Я горю. Да я вижу. Топи. Давай, гори, гори, ясно. Понимаю. Отлично, друзья. 2-2 по баллам. Да, видел я. Ну, не стрелял, то неплохо. Получилось так, что, ребята, я, в общем-то, зарабатываю этот балл. И это меня радует, а мы идем тогда на следующее наше испытание. И, ребята, наше следующее испытание — это последний выживший. Задача проста — максимально долго жить. Зато я могу летать, братишка. Поэтому у меня, возможно, больше шансов. Ну, а как минимум посмотрим, потому что я ни разу не летал на военной базе против робота. Война, 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 войной. Замочу. Вау! Я живу, вау! Ни хера себе, но сквозь вау! Проехал. Вау, меня так взорвали! Серьезно? Понимаю, да, 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 да. Да, я понимаю, сижу. Капец. И тебя взорвали, вау, тоже резко, дерзко, он быстро. Проехал, кого ты там подбил? Подожди, что происходит? Что вообще произошло? А, ты взорвал майкер этого робота, что ли? Понимаю. Как так-то, блин? Ладно, ребята, в любом случае, это получается 3-2. Мы идем на заключительное наше последнее испытание. Мы готовы, заключительное наше испытание, ребята. Это съезд горы Чили. Задача, как минимум, доехать как можно дальше своего оппонента. Спасибо большое, что подрезал. Но я не переживаю, у меня охереннейшая подвеска, поэтому я тебя очень быстро догоню. Не, вообще даже не парюсь. У меня хот-род баги. Так я по тому проехал, а не подрезал. Я понимаю. Вау! Ой, спасибо, капец, тебя откинул. Тебе, да, повезло, да, что-то вот... Да, ебать! Ох ты, ехай себе! Ебать, ну я, в принципе, улетел так же. Пока. Меня забыл. Не, я да куда? Тормози пока уже! Я нет, понял, нет, ребята, не, мне балл так-то нужен, поэтому я буду до последнего бороться. Это же баги, между прочим. Понял? Да баги-то не баги, но мне кажется, надо тебе оттормозиться уже, ну. Под тобой пролез опять. Понимаю. Понимаю. Хорошо быть маленьким. Шостреньким. Как сказать? Ёпта! Ты это видел? Что? Я врезался в камень, а у меня перекинула подвеска топ. Да я понимаю, но типа, камон. Ай! Ты не должен выиграть. Ты прям, ну, не должен выиграть. Ну все, блин, я в этот камень влетел. Печалище лесное. Да, мне остановился. Ну-ка, 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 главное, чтобы я сейчас не ошибся. Это прям топ. А, вижу тебя, да, не, все, это как бы, ребята, мой заключительный балл. Итого получается 3-3 по баллам. А баллы, собственно, стоимость, я думаю, что вы уже написали в комментариях, кто зарабатывает. Эх ты, Юрка, Юрка, хорошая тачка была. А на этом все. Спасибо всем огромное за просмотр. Ставьте лайки, всем удачки и пока-пока. Пока, ребят.